Слава Продукцион представляет. Друзья, всем привет. В общем, пришел такой вот мелкий пакет. Написано «Хард-диск радиатор». Оценили $76. На самом деле он стоил 619 рублей 17 копеек. Заказ был сделан 29 декабря 2020 года. Сегодня у нас 15 января 21. Вот, значит, столько времени прошло. Так, ну что, давайте открывать, смотреть, что же тут пришло. Что же это за радиатор такой? Ух ты, ничего себе, он еще и в какой-то фирменной коробочке. Так. Вот такой вот радиатор. Чик. Нормально? В общем, M2, SSD, NVMe, Removable Hard Disk. Вот такая фирма, не знаю, GE. Так, значит, спецификации M2-2280 SSD. Вот здесь вот есть размер его. 76, 24, 6 и 3. Вот, так, ну давайте открывать, что ли, смотреть, как он тут открывается-то. Что за дело? Выезжать же просто должен как-то, да? А он что-то не выезжает. Скотча никакого нету. Ага, вот. Наконец-то выехал. Так, ага, вот здесь стоит пломба. Вот. Вот так вот у нас открывается. Значит, что тут в комплекте? Отверточка. Винтики, я так понимаю, крепление. И раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь почему-то. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Семь винтиков. Почему семь, не знаю. А, может, один запасной. Дальше здесь вот такие вот термопрокладки. Разной, разной толщины. Вот это самая тонкая, вот это самая толстая и средняя. Так, что-то, какая-то бумажка еще, вот такая вот. QR-код, QC-паса, ну вот видать, Guangzhou JCO LTD. Может, гарантия или что, непонятно. Так, еще один пакетик тут лежит. Дырявый. Дырявый запечатанный. Так, все, в коробке больше ничего нету. Вот такой вот пакетик. Но это, я думаю, все-таки то, что он это при транспортировке так порвался. Так, смотрите-ка. Заклеен. Так. И здесь у нас сам радиатор. Все, здесь больше ничего нету. Вот такой вот радиатор. В смысле, крепление для него. Неизвестный абонент. Так. А, ну да, здесь 6 отверстий. Так, вот так он, да? Вот такой вот радиатор. Ну, исполнение у него хорошее, я вам скажу. Качественная, мне нравится. Вот. Взял его заранее, так как хочу поменять свой SSD M2, который сейчас стоит, на, ну, больше емкости, и хочу взять от Samsung. Вот, самсунговский. А так как они говорят,
очень греются сильно, взял на него вот такой вот радиатор. Ну, смотрите, он очень качественно сделан. Очень качественно. Правда, вот здесь вот фрезеровка, она такая грубая. Вот даже вот вы можете это все вот увидеть. Вот такая вот фрезеровка. Так, и вот само крепление. Вот так вот оно выглядит. Ну, не знаю, вот здесь эти надписи зачем, все равно их не будет видно. Так, я так понимаю, вот так вот это все сюда вставляется, вот, в пазы. И отсюда он уже ни туда, ни сюда, короче, не двигается. И с помощью вот этих вот прокладок, да, он у нас регулируется, подбирается определенно. Регулируется у нас, так получается, вот эта вот толщина. Вот так есть у нас, сколько тут, ну, миллиметра 3, наверное, может даже 4, около 5 миллиметров есть регулировка. Так, и крепится он, я так полагаю, да. Три отверстия здесь и три отверстия здесь. Один получается винтик запасной. Так как их тут 7. И один, наверное, на материнскую плату, да, идет. Чтобы это все хозяйство в сборе закрепить. Так, вот такая вот отверточка. Ну, как обычно, тут облои вот такие вот есть. То есть, когда пресс-форме заливали она еще и магнитится, заливали железку вот этим пластиком, запаивали, даже не удосужились срезать пластик. Ну да, это же тоже стоит денег. Ну ладно, это я потом сделаю. Давайте сейчас я его подсоберу и покажу вам, как это будет выглядеть уже в сборе. Ну да, конечно, пустой, потому что SSD у меня пока один, он стоит. Доставать я его, конечно, не буду. Вот, но вам покажу, как это все будет выглядеть. Блин, еще плохо то, что не магнитные эти винтики, а может, хорошо, не знаю. Так, ну вот, весь собирать не буду, подсоберу одну сторону, собрал одну сторону только, и сейчас вам покажу, вот какая здесь есть регулировка. Вот так он будет выглядеть, и вот так вот, видите, у него регулируется толщина. Вот. Ну, конечно, лучше бы эти винтики тоже хорошо было бы, если бы они были черные, да? Черные. Матовые или блестящие, неважно. Но, наверное, было бы получше. Я так думаю. Так. Ага. Вот его минимальная толщина. А еще его можно, или это максимально? Так, непонятно. Нет, это минимально. Максимально тут его вообще можно вот такую сделать. А вот минимально. Вот так будет выглядеть. И да, не договорил. Винтики вот эти тоже бы закрасили. Было бы замечательно. Но для эстетов можно воспользоваться черным маркером. И если есть в корпусе подсветка такая яркая,
чтобы они не бликовали, не бросались в глаза, можно будет их тоже закрасить. Ну, вот эти вот шляпки. Вот. И они не будут блестеть. Ну вот. Да, довольно большое расстояние у него. Вот максимальное, смотрите, какое. А вот минимальное. Так, ну ладно. Вот такая вот была посылочка. Вот это за свою цену, это вообще, могу сказать, вообще идеальный просто радиатор. Он реально охлаждает, реально работает, потому я и взял именно такой. И дизайн его мне нравится. То, что здесь все жестко фиксируется, а не те простые накладки, которые вставляются SSD, закручиваются. Или нет. Сперва кладется вот такая вот прокладка, да, термопроводящая. Радиатор потом кладется на сам SSD M2, да, и резинками потом закрепляется. Вот мне так вообще не нравится. Вот, хотя можно там найти, наверное, за 300 рублей всякие варианты. Вот, а мне вот именно понравился, импонирует очень именно вот такой вот. Ладно, все на этом. Ссылки будут в описании. И кэшбэки тоже в описании, с которым вы вернете еще какую-то копейку обратно. Ладно, все. Давайте. Всем удачи. Всем пока.